24 апреля в Центре культуры и молодежной политики прошел 4-й всероссийский фестиваль-смотр современного искусства. «Апельсиновая береза» – это конкурс многожанрового и креативного творчества, в котором соревнуются не только дети, но и взрослые. Участники обмениваются опытом и навыками в различных видах искусства, экспериментируют с новыми формами, стилями и приемами в творчестве. И всегда это праздник, это буря эмоций, особая атмосфера. Я уверена, что и сегодня наши участники приготовили нам яркие, незабываемые номера. В этом году конкурсная программа включала 4 номинации – театр, театр-мод, вокальное творчество и художественное слово. В целях безопасности количество заявок на участие ограничили, но организаторы постарались включить в фестиваль как можно больше желающих. Судя по тому, что я вижу участников достаточно, несмотря на то, что такой был сложный впереди этап, я имею в виду и вот и пандемия, и все-все, но все возвращается. Оценивала конкурсантов звездная и профессиональная жюри из Москвы. Актер театра и кино Андрей Нагорнов, режиссер-постановщик и опытный балетмейстер Татьяна Пантелеева. Членом жюри выступила и руководитель проекта «Апельсиновая береза». Солистка антрепризы, Содружество артистов Московской оперетты, педагог детского вокального ансамбля «Звездный путь» и руководитель вокально-театрального проекта «Максим Мьюзик» Ирина Максимова, город Москва. Фестиваль посещает Десногорск не в первый раз. Некоторые творческие коллективы города даже путешествовали вслед за фестивалем в другие регионы. Конкурс также проводится в Республике Беларусь.